Всем большой-большой привет! У меня здесь небольшая закупочка продуктов на 1300 рублей. И здесь в основном у меня овощи, немножечко круп, немножечко яиц. В общем, давайте все по порядку покажу. Купила я авокадо. Авокадо одно взяла в Магните, другое в Пятерочке. Да, я, кстати, сегодня делала закупки в Магните и в Пятерочке. В Магните было только такое авокадо по 249 рублей за килограмм. Я взяла вот одну штучку. Ну и потом зашла в Пятерочку, увидела мое любимое Хас от Global Village. Две штучки. Но, правда, сейчас вот такой вот авокадо Хас. Вообще, какой-то ценник на него запредельный. 245 рублей за две штучки. Но я взяла, потому что у меня дети авокадо едят, и я хорошо его ем. Лимончик к чаю 120 рублей за килограмм. Картофель самый обычный. Брала в Пятерочке 10 рублей за килограмм. Мандарины. Мандарины, наверное, сезон отходит. Не знаю, потому что у нас как-то их очень мало. И, ну, такие они на вид не очень. Вот эти были более-менее приличные по 130 рублей за килограмм. Взяла небольшой пакетик. Еще из фруктов у меня здесь яблоки. Больше ничего не стала покупать, потому что буквально вчера купила сразу две связки бананов. Но снимать не стала, потому что ходила только за бананами. Так, здесь у меня помидоры. Это фламенко сливовидные на развес. И цена, простите, цена их была 250 рублей за килограмм. Вот делаю такую маленькую веточку. И здесь у меня один баклажанчик. Баклажаны были по 150 рублей за килограмм. Взяла один. Так, еще из овощей у меня здесь вот такая вот морковка мытая. Новая Вита, килограмм, упакованная, 46 рублей за килограмм. Она очень вкусная. Ну и кто меня давно смотрит, знает, что я часто беру такую морковь. Так, и еще это последнее, что я взяла из овощей. Это вот такая вот пекинская капуста. Она была по 80 рублей за килограмм. Такой вроде бы неплохой белочек. Взяла. Так, теперь переходим к белковым продуктом. Яйца. Взяла сразу две упаковки яиц категории S1. Вот такие вот они симпатичные. И они сегодня были по 100 рублей за десяток. Я взяла два десятка, потому что у нас яйца улетают ого-го как. Каждый день, знаете, зачем-то бегать, ну, не хочется. И вообще, в принципе, я решила сейчас как можно меньше ходить в магазин, потому что, в принципе, у меня бакалейные полочки мои заполнены, в холодильнике, в морозилке тоже, в принципе, достаточно продуктов, и хочется, знаете, все вот это вот подъесть и уже тогда закупаться чем-то новым. Так вот буду ходить, знаете, за чем-то таким вот, типа молока, яиц, ну и каких-то там свежих фруктов, овощей. Ну, по крайней мере, так хочется, а как получится, не знаю. Так, еще у меня здесь молоко отборное Простоквашино. Было по 75 рублей за бутылку, за неполный литр. И сметана тоже Простоквашино. 15% на здесь 300 грамм, 70 рублей за баночку. Так, и из круп. Только что сказала, что у меня там есть какие-то гарниры, но вот почему-то мне захотелось еще и вот таких вот круп для разнообразия. Ну и действительно хочу все-таки опустошить, знаете, немножко холодильник и полочки свои, и уже потом закупать все свеженькое, новенькое. Ну, в общем-то, манка вот такая вот, шебекинская, правильно, да, 500 грамм из твердых сортов, очень классная манка. Я и дети любим иногда манную кашу поесть, манник пеку, 60 рублей за упаковку вот такой вот вкусной манки. И в Пятерочке взяла крупы в пакетах, фирма Global Village, упаковка стоила по 60 рублей каждая. Вот такой вот взяла пшено. 100 лет вообще не ела пшено, не готовила его. Но тут вот что-то, знаете, захотелось. Так, и здесь 400 грамм, 5 пакетиков по 80 грамм. Вот решила взять в пакетиках, чтобы уже, знаете, не запариваться. Вот, и крупа
пшеничная. Тоже здесь 5 пакетиков, тоже 400 грамм. В общем-то, буду... Теперь вот такие вот гарнирчики есть. У меня, знаете, так как-то новогодний вайб прошел, знаете, и все вот такое вот как-то вот за праздники поднадоело, такое жирное, тяжелое, жареное, и теперь как-то хочется что-то более такого простого. Кстати, вот изготовитель — это Агроальянс, я увидела только что. Вот, что неплохо от Агроальянс, мне, в принципе, всегда нравятся крупы. Вот такая вот у меня сегодня вкусная, полезная закупочка. На этом я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего. До новых скорых встреч. Пока-пока.